Сегодня состоялась презентация книг видного государственного и общественного деятеля Климента Иванова. К своему 80-летию почетный гражданин 5 районов, заслуженный работник народного хозяйства республики, написал и выпустил две книги «По дороге жизни» и «Спутники моей жизни». Первая является автобиографичной, в ней писатель рассказывает о своей жизни с момента рождения и до сегодняшних дней, а во второй собраны воспоминания Климента Иванова о спутниках его жизни, о тех, с кем ему довелось вместе учиться и работать. В жизни должно быть связь поколений. Старшее поколение должно передать следующему молодому поколению опыт своей работы, так, рассказать о лучших достижениях, о лучших людях. Все это поможет в жизни деятельности современной молодежи. С этой целью я вот написал вот эти две книги.